какой шикарнейший. И если вы обратите внимание, завиток также не повторяется. Если завиток идет совсем кудрявый, ну, это говорит, что уже вещь утяжеляется, то есть ни в коем случае нельзя, да, мы не допускаем в своей компании при выборе изделий. И он должен быть вот таким вот нуаристый, как шелк, как атлас. И, конечно же, за счет этого будет смотреться изделие более шикарно и статусно. Итак, по спинке. И я еще раз проговариваю, что когда одеваешь эти изделия, чувствуешь совершенно себя по-другому. Английский воротник, вся модель идет на крючках, крючки у вас должны прощелкиваться при выборе изделия, да? И, конечно же, когда вы выбираете, определяйтесь длиной. Сейчас на мне длина 125, хорошая длина именно для этого.